Этот инновационный самолет – совместная разработка студентов с разных факультетов технического университета. Беспилотник создан для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей. На нем установлены различные спектрометры, камеры, которые отслеживают состояние культур, которые выращиваются на полях, и передают эту информацию на какую-то наземную базу, где она анализируется как аппаратными средствами, так и при помощи специалистов. Подобные инновации в опорном вузе не редкость. Отсюда и результаты, которыми можно гордиться. Самарский политех в тройке востребованных российских инженерных вузов после Москвы и Петербурга. Успехи, они связаны не с сегодняшним днем, а с планомерной работой в течение долгих лет, в настраивании коллектива, в привлечении талантливой молодежи, сначала в аспирантуру, потом на кафедры преподавать, в научную работу. И вот эта вот планомерная работа нам и позволила добиться таких результатов. В опорном вузе на достигнутом не остановятся. Реализовывать программу развития помогают ведущие ученые из России и зарубежья. Каждую неделю в политехе они ведут открытые лекции. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Артем Сулайманов. События.